Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ретро Консоллер. Поздравляю вас с наступающим 2023 годом. Желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, ну и чего там полагается. Сегодня я вас всех собрал за телеэкранами, чтобы показать вам новогоднюю свою распаковку. Но, к сожалению, мы ждали главную посылку от Дмитрия Жирнова, которая к нам, к сожалению, не поступила. Так что пока без него, возможно, его распаковка будет в следующем 2023 году. А сейчас, пожалуй, начнем. Сегодня у нас два замечательных лота. Это вот такой вот небольшой. И вот такая вот большая коробка. И килограмма на полтора. Так что оставайтесь с нами. Будет интересная распаковочка. Не переключайтесь. Итак, первая посылка. Это с города Иваново. Если я не ошибаюсь, фамилия Коровкин или Коровин. Ну, короче, вот он там, группа у него есть, ретростав. Я заказал кадриш необычный. Сейчас я вам его покажу. Открываем упаковку. Упаковано, как вы видите, очень хорошо. Нареканий к этому у меня нет. Заранее извиняюсь за качество съемки. Снимаю как придется. Поэтому хоть что-нибудь да покажу. Вот такой картридж. Battle Tanks, по-моему, он называется. Я его взял из-за необычного вот такого арта. И цена была очень дешевенькая. Состояние на пятерочку. Просто превосходное. Пойдет в коллекцию. И вот он жвачку еще положил. Турбо. Ну, скорее всего, современная. Вот такая вот. Ну, прикольный картридж. Там еще Витас кабины, как я помню, там такая вот игрушка. Ну, загуглите Battle Tanks. И сейчас я вам покажу вторую посылку. Итак, вот посылка. Это я заказал сам себе подарок на Новый год. Это с Авито. Открываем. Ехала она с Зеком где-то около недели. Я ее ждал. Великолепно упаковано. Сразу скажу, это телевизор с Денди. Видно было, какую классную пупырку упакован. Тут видите, тут уже, ну, не знаю, если тут разбилось, тогда я уже не знаю. Ну, думаю, что нет. Убираем нож в сторону. Ногами достану. Оп. Коробка в отличном состоянии. Это Джоб 737 модель.
Сейчас вам поближе покажу. Вот. Джоб. Джоб 737. Телевизор идет на две модели. Вот эта модель, которая с этой стороны на коробке. Это у нас 727, она без встроенного денди. Переворачиваем коробку. Вот вам, пожалуйста, 737 модель со встроенным денди, джойстиками, то есть все. Тут, конечно, не полный комплект, но коробка присутствует. И также геймпады какие-никакие. Вот так она выглядит. Сейчас будем открывать дальше. Внутри также все упаковано. Вот видите. Вот даже под кинескоп, видите, подложили. То есть грамотные люди в вопросе упаковки. И все, видите, доехало все целое. Все. Полностью целое. Ничего не сломано. Удивительно. Правда, пластик проплавился проводами, но это ничего страшного. О, родной прикуриватель остался. Это прям родной комплектный. Редкая вещь сейчас. Ну и самая редчайшая вещь к данным телевизорам, это вот такие вот геймпады. Этот, правда, сломанный, крестовина вот у него что-то, но это легко чинится. Самое главное, что это они есть в комплекте, потому что геймпады идут, видите как, то есть два геймпада и один штекер, то есть на одну сбоку вот здесь вставляется. Вот кнопка включения и выключения денди. Ну, вот такая, в общем, штука. Сейчас сразу включу. Так сказать, первое включение. Ну, все, работает кинескоп. Сейчас. Положим пока джойстики. Вот, то бишь, здесь открывается слот. Я вот взял уже картридж. И вот он, слот под картридж денди. Выключить его надо теперь. Суперхик сейчас ставим. И вот, пожалуйста, полностью исправлен телевизор. Ну вот так вот он работает. Ну, крестовина тут сломана, поэтому я не могу вам показать. Ну, видите, короче, работает. Так что вот, все. Будем теперь осваивать чудо-технику. Хотя, смысл ее уже осваивать. Вот сколько этой техники тут уже.
Не знаю, куда уже ставить. Вот их сколько. Вот тут еще вот. И вот сейчас еще вот этот добавился. Как говорится, осталось только в рубрику, а вам слабо попасть и все. Как-то вот так. Ну вот и все, дорогие друзья. Пора с вами прощаться. До новых, как говорится, встреч. Спасибо, что смотрите мои распаковки. Еще раз поздравляю всех с наступающим 2023 годом. Желаю всего самого лучшего. Пополняйте свои коллекции. Радуйте своих друзей подарками. И хорошо отмечайте Новый год. Чтобы не было стыдно перед друзьями, перед родственниками. Спасибо за внимание. Всем удачи!